В биатлонном мире много спортивных пар, которые создаются как внутри сборных, так и между странами. Одной из таких пар стали белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский, который стал открытием на третьем этапе в Хохфильцене. Отношения между молодыми людьми возникли еще в 2020 году, но до недавнего времени все держалось в тайне. Теперь же девушка отмечает Смольского в историях в Инстаграме, где они устраивают вечерние домашние киносеансы. А тот, в свою очередь, после шестого места в спринте в Анси, сообщил, что подарит букет своей девушке, с которым потом выложила фото Алимбекова. В СМИ бытует мнение, что именно эти отношения рассорили Алимбекову с Анной Солой и остальной частью женской сборной Беларуси. Мол, пара начала встречаться еще тогда, когда Смольский был в браке, и жена в тот момент лечилась от онкозаболевания. А Сола была подругой на тот момент еще жены белорусского биатлониста. Самые внимательные могли заметить колечко на безымянном пальце правой руки Динары. Может, скоро нас ждет новый биатлонный семейный союз?